страха вам советую, потому что от оцинкованного железа очень сильные блики, и поэтому работать с оцинкованным железом надо только в очках, желательно зеркальных. Если полароид будет, вообще будет супер. Так, приступаем. Вот мы отогнули кромку. Малую кромку 30 мм, большую кромку 50 мм. И сейчас мы подрезаем малую вот эту кромку под 45 градусов. Вот. То же самое делаем с другой стороны. Так, железо не до конца, когда подрежешь, потом вот эти кусочки остаются. Ну вот теперь мы его подрисовываем с другой стороны. Здесь расстояние у нас должно быть 2-3 миллиметра, иначе у нас при разгибании железо будет напрягаться. Подрихтовываем с одной стороны, с другой стороны. И теперь вот эту вот часть тоже подрезаем под 45 градусов. Вот. Здесь теперь отгибаем на загиб. Так, чтобы руки не сломались, не повредились. Вот, загнули эту сторону. Вот получился такой вот у нас мальчик. Ну и с этой стороны то же самое. Здесь то же самое сейчас подрежем. Бросать нельзя с крыши ничего, поэтому руками все. Так, и здесь то же самое подгоняем поближе. И то же самое здесь отгибаем таким образом. Ну, все. Эту часть можно тоже пригнуть. Ну, собственно говоря, все мы сделали стоящий. Вальс. Теперь эту кромку мы отгибаем еще раз. Вот эту вот сверху, то что у нас сформировалось. Вот у нас где 5 миллиметров, мы отгибаем кромку 20 миллиметров. Так, с этой стороны потом, с этой стороны. И таким образом отгибаем кромку. У нас формируется стоящий вальс на парапете. Загнули теперь. Сейчас будем уплотнять. Вот мы сформировали ординарный стоящий фальс. Ну, чтобы у нас был немножко. Сравняем его сейчас. У нас сформировали вот такой вот стоячий одинарный фальс.